Я являюсь студентом НТУ ХПИ, и я подал два иска против своего вуза. Первый касается так называемой тарифной схемы, которая действует на территории вуза. Студенты, которые проживают летом в общежитии, а именно в июле и в августе, они оплачивают за сумму за общежитие совсем иную, которую должны оплачивать. Согласно приказу министерства, сумма на 2016 год была 330 гривен с учетом этого приказа, а когда я проживал в июле-августе, это были каникулы, меня заставили платить совсем другую, на порядок выше. Меня это немного возмутило, и я как бы собрал все документы, касающиеся этого приказа, ответ из министерства, которые подтвердили тот факт, что это незаконно, и подал иск о возмещении этих средств. Обращался ко всем, кому можно, деканы, проректора, то есть все твердили одно, что летом я не являюсь студентом, и я должен оплачивать полную стоимость. Сказали, в противном случае, если что-то не нравится, иди обращайся в прокуратуру. Я запрашивал, сколько студентов вообще проживает в это время в вузе, в общежитии. То есть это было порядка 2000 человек, и то есть совершенно непонятно, вот эта вот сверхуплата, которая выходит, там большие суммы, куда это тратится, все это не очень прозрачно. По документам вуз проводит такую тарифную схему, вот, и даже ничего не боится, при том, что в Министерство образования не раз отправляло письма с просьбой устранить эту проблему. Вуз игнорирует эти сообщения. Второй из, который я подал, касается моего незаконного отказа в поселении в общежитии. То есть с 1 сентября 2017 года я не могу проживать по месту регистрации. Это общежитие номер 13. До этого я там 3 года проживал, а вот когда поступил на 4 курс, мне отказали. То есть формально это причина, это я не дежурил в общежитии, хотя нигде это не задокументировано. Было уже 4 заседания. На 4-м заседании был допрос 6 свидетелей. То есть 3 из них это члены студсовета, так называемого, которые принимали это решение. То есть, судя из их показаний, они немного путались в каких-то своих там разговорах, рассказах. Один человек, по моей видимости, он вообще не принимал в этом участие, он не особо понимает, о чем речь идет. А также было 3 студентов, которые, пролили правду на эти все дежурства. 2 – это мои друзья, которых формально не поселили по той же причине, хотя в этом списке непоселенных их нет. Их не поселили просто потому, что они дружат со мной. И один студент, который уже закончил университет, который уже со спокойной душой смог рассказать все, что как происходит, что никто особо и не дежурит, тот, кто дружит с студсоветом, он как бы и может и не дежурить. Вот. По факту будет 5-е заседание по этому делу, то есть это уже допрос заместителя декана, и уже, скорее всего, будут судебные дебаты, надеюсь, что принимется решение по этому факту.